Творчество каждого художника уникально, но когда в тандем объединяются сразу две талантливые брещанки, такие как Марина Лапо и Анна Тима, притягательная сила творчества увеличивается многократно. Их первая совместная выставка «Атмосфера фактур и акварели» открылась на базе художественного музея Бреста и включает в себя более 50 работ. Мне хочется подарить именно вот это погружение в атмосферу. Чего там теплого лета, знойного дня, там прохладные тени. Для меня акварель — это вообще философия жизни. То есть это про то, что как расслабиться, как отпустить ситуацию, потому что акварель, она текучая, она бывает неконтролируемая. Марина Лапо является художником, членом Белорусской ассоциации акварелистов, старшим преподавателем кафедры архитектуры Брестского технического вуза, участником городских, республиканских и международных выставок. Она представила в экспозиции свыше 30 своих работ. На этих полотнах красота и благоухание цветов, игра света и тени и милые дворики старого Бреста, которые навевают ностальгию. Такие впечатления, что как будто вот я перенесся обратно на лет 30 назад, понимаете? Вот, потому что, а может даже еще дальше. Я когда учился здесь, в Бресте, мы ходили на пленары. И очень напоминает много воспоминаний приятных. В экспозиции представлено также более 20 фактурных работ. И это не живописные картины, а элементы интерьера. Все потому, что их автор Анна Тима – дизайнер и руководитель проектов дизайна интерьеров и фасадов зданий. Этой сфере она посвятила более 10 лет жизни, и ее работы родились из профессионального творчества. Для создания объема Анна использует текстурную пасту, полимерную пену и текстиль. А любимый цвет – белый. Автор считает, что он универсален и способен украсить любое пространство. Сначала я закладывала свои картины своим клиентам в интерьеры по всему миру. Мне понравилось играть с формами в компьютерной 3D-визуализации. А потом я решила ими украсить свое жилье. И я начала экспериментировать с разными техниками. Это очень интересно, потому что с помощью картин очень легко менять декор в своем доме. То есть ты не делаешь большую перестановку, ты поменял картины, и интерьер заиграл другими красками. Прикоснуться к таланту двух непохожих в своем творчестве, но близких по духу авторов, погрузиться в атмосферу фактур и акварели в их интерпретации жители и гости города смогут до 8 мая в художественном музее Бреста.